Здравствуйте, друзья! Конец февраля 2023 года. Я вышла на прогулку и отправилась с видеокамерой на берег озера. Озеро наше называется Талида Бенд Лейк. Хотела сделать видео с птицами, бакланами. Раньше я видела их довольно большие группы у нас тут. А вот впервые увидев, как ныряют бакланы за рыбой, я буквально остолбенела, так как это было нечто новенькое для меня, чего я раньше никогда не видела. Утки, гуси, пеликаны, цапли, обитающие на нашем озере, они опускают в воду лишь голову, а баклан ныряет под воду полностью. Между прочим, я однажды видела в документальном фильме о природе, как рыбаки в какой-то стране, к сожалению, не помню в какой, они используют неких птиц, также ныряющих под воду, как бакланы, для добычи рыбы, для рыбалки. Они привязывают птицу-ныряльщика веревкой за ногу. Птица ныряет, ловит рыбу под водой, выныривает с ней, а человек забирает у нее эту рыбу. А сейчас, друзья, так получилось, у меня появились в кадре наши местные рыбаки. У них в это время, начиная с конца февраля, хорошее время для ловли какой-то рыбы, возможно, карася. Нет, бакланов наши местные рыбаки, как в упомянутом мною документальном фильме, они не используют. Мне вдруг смешинка в рот попала. Я представила, что бакланы смотрят на наших рыбаков, на их огромные приспособления для рыбалки. Ведь нужна и лодка, и трак, который доставит лодку к воде. Вот они себе сидят, смотрят на это и думают: ничего себе, как все сложно устроено у людей в деле поимки рыбы. Нам-то нужно всего лишь нырнуть и поймать клювом рыбу, а людям чего только не приходится использовать для этой же цели. Бакланов в этот раз было в моем поле зрения всего-то два. И они отдыхали от рыбалки, сидели себе на бревнышке, чистили свои перышки и даже не собирались демонстрировать мне свои отменные природные способности к нырянию и ловле рыбы. Не нужна им, по-видимому, мировая слава на YouTube.